Деревянные стенды с призывами к вежливости и доброте появились в городе Нефтяников. Интересную акцию начала женоузенская молодежь. Стоит отметить, мероприятие проводится в рамках кампании «Делай добро». О том, как представители поколения «Некс» призывают общественность к милосердию и отзывчивости, в следующем материале. Мотивирующие информационные стенды с крылатыми фразами и выражениями великих людей, призывающих к сотворению добрых дел, появились по всему городу. Мы, жаноузенская молодежь, считаем, что это призыв людей к единству, солидарности, уважению и нравственности. Мы готовы донести эти понятия визуально, чтобы проходящие мимо люди смогли прочитать и, возможно, сделать что-то доброе, хорошее, сделать для себя выводы. Помимо образовательного значения конструкции, делают город красивее. По словам волонтеров, на такие таблички горожане всегда реагируют с улыбкой. Да и гостям будет приятно. Все афоризмы и пословицы написаны на казахском языке. Мы призываем всю активную молодежь из других городов и районов нашей области установить подобные стенды. В будущем молодые люди планируют организовывать благотворительные акции для малообеспеченных семей, помочь с продовольствием и оказать финансовую помощь. Ранее своими силами ребята смогли установить пандусы по городу на 1 миллион тенге. Салтанат Бердибега, Игирам Иманбаева, Каспий Ахпарат.